В Новосибирской области создали черновик нового проекта «Молодежь России». Его цель – сконцентрировать ресурсы и наполнить новым содержанием молодежную политику. Развитие сферы молодежной политики, несмотря на действия ограничений, в этот непростой период не останавливалось, а наоборот, в этот период мы принимали оперативные необходимые решения для развития сферы молодежной политики. Сейчас в Новосибирской области живут 780 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Именно их считают молодежью. В этом году скучать им не пришлось. Организовывали сотни акций, концертов, флешмобов. Из-за пандемии многие пришлось переводить в новые форматы. Так, один из крупнейших форумов «Про регион» в 2020 году прошел онлайн. А сейчас обстановка позволила встретиться участникам очно.